Привет всем, с вами Лариса. Ну вот, открылась моя брасиокатлея, бегемотик хиподамия. Вот он такой вот цветок, пятнистый, с большой губёжкой. Вот он такой весь. Вот он. Вот, запаха нет. Но зато цветок такой шикарный. Вот, лепешка розовенькая такая. Вот, все в пятнышках. Интересный очень цветок. Мне очень нравится. Вот то, что вот было на картинке, когда я его покупала, вот то и получила. Сам такой неказистый, сам. Само растение. Я вам его показывала. Вот. Ну, надеюсь, на следующий год будет. Отойдет маленькое, будет. Выглядит лучше. Но сам факт, что он расцвел, это меня радует. Вот оно у нас. Название. Если кому встретится, берите. Уход такой же, как за котлеями. Так что, если вы дружите с котлеями, то подружитесь и с этим. Вот он такой вот. Двинуть листочек. Вот, вы теперь увидели. Светочка, я думаю, надеюсь, что у тебя такой же будет. Может, другой немного. Потому как на сайтах я видела разные картинки. Но, видимо, смотря с чем скрещен. Ну вот, на этом все. До новых встреч. Пока-пока.